меня такое чувство, что я сейчас услышала песню «Праздник». Вот она столько подарила сразу настроение утонченного и в то же время очень радостного и высокого. Вот ощущение песни «Праздник». Прям очень созвучно. И такой праздник дружбы настоящий. Песня прям и звуками, и словами, и интонациями рассказала, а как это, когда на дне рождения много друзей? А как готовиться к этой встрече? Как их встречать? С какими чувствами? Какие сюрпризы им подготовить? И вот эти все переливчатые звуки, это как такой сказочный праздничный хоровод дня рождения. В каком настроении его встречать? В каком настроении встречать гостей? Чем заниматься на дне рождения? Вот песня, она прям создает это настроение, создает желание вот так отмечать день рождения. Это каждый день, как день рождения. Знаешь, я вот с этим же ощущением, потому что она словно подарила мечту этой песне. Вот, вот бы так научиться каждый день начинать. Вот прям такое чувство, потому что, слушая песню, рождаются такие добрые чувства к друзьям, что прям вот хочется всех обнять. Вот такое вот она дарит такую волну очень дружеских, сердечных, искренних, открытых отношений. Вот она словно помогает душе открыться навстречу всему хорошему. И свое хорошее вот прям подготовить друзьям в подарок и его подарить, проявить. Это просто волшебное ощущение от встречи с песней. Вот песню послушала, а на душе стало радостно и счастливо, как будто этот день рождения, он уже сейчас где-то пришел, был здесь, есть этот праздник. Столько такой тонкой нежной радости, столько счастья эта песня дарит. И еще хочется сказать о музыке. Какая музыка? Она не столько здесь такого волшебного и сюрпризного, вот начиная с этих часиков, которые вначале тикают, и словно бы действительно вот эти минуты, как ощущение чуда, такого волшебства, да, предвкушение, что сейчас начнется что-то незабываемое. И вот и в самих вот в этих инструментах там столько живет какой-то очень, очень тонкой, искренней, светлой радости, именно радости дружбы. Вот когда все для друзей. Вот удивительное чувство.